возможно, что вы будете защищать свое звание чемпиона Европы на вечере бокса, организованным командой вашего промоутера Эрола Цейлана, или прежде всего возможность где-то в другом месте боксировать? Все зависит от условий. Мы готовы ездить на любую арену, в гости ездить, у себя дома проводить. Есть такое понятие «домашний боксер», который боксирует только дома. Мне не нравится такое участие. Я часто, и моя команда часто обсуждаем это. Это накладывает слишком много ответственности, когда ты только дома привык драться, а потом все чужое, переступить через себя очень тяжело. В любительской карьере мы часто проходили через это, когда приезжаем в другую страну, где нужно уверенно выигрывать по очкам. Сегодня такая же была задача. Хотя получилось, что я выиграл очень уверенно, будут бои еще сложнее за звание чемпиона мира, либо отстаивать пояс с мой чемпиона Европы. Мы готовы боксировать везде, где будет предложено, против любых соперников. Как вы сказали, сейчас чемпион Европы, но это, наверное, не последняя цель боксера. Есть еще более серьезные пояса чемпиона мира. Как вам кажется, в какой федерации, организации вам, скорее всего, придет боксировать за звание чемпиона мира? Это зависит от рейтингов, где будет легче? Однозначно зависит от рейтинга, где ты находишься, потому что если ты не находишься в рейтинге в десятке, то получить бой за звание чемпиона мира даже в свободную защиту это практически невозможно. Соответственно, могу говорить об организации WBO, где я нахожусь на 6-м месте, могу говорить об организации WBC, где я нахожусь на 10-й строчке, либо перемещусь сейчас за того, что я завоевал звание чемпиона Европы. Вот. Можно говорить о двух сейчас организациях, до которых я могу боксировать. Соответственно, это либо Кшиштоф Володарчик, либо Марко Хук. Но у него есть сейчас дела, у Марко Хука, он сейчас боксирует в супертяжелом весе. Поживем, увидим, нам нужно посоветоваться. Сегодняшняя задача выполнена, есть пару дней паузы. Вот, а через пару дней мы сядем с моим промоутером, обсудим все дела и информацию уже предоставим в средства массовой информации. Помню, что вы уже бросили вызов Марко Хуку, когда еще боксировали в команде «Универсум». Было такое видео, которое я очень хорошо помню. И кажется, что вы уже тогда были готовы драться с Хуком, и сейчас, наверное, тоже. Ну, мы хотим, это моя большая цель, стать чемпионом мира, поэтому мы стараемся использовать определенные методы для того, чтобы добиться права драться за титул, чтобы он выбыл. Пока я не обязательный претендент, нахожусь на 6-й позиции, чтобы он выбрал меня как соперника для свободной защиты. Если он выберет, я с удовольствием сражусь с ним.